Ела задает вопрос, что наилучшее, работая на компанию Fun Beverage. Интервьюер рассказывает, что сильное посвящение помогает людям достигать наш потенциал. Она спрашивает, отдел кадров получает адекватную финансовую и психологическую поддержку от высшего руководства. Вопросов, какой тип заданий я могу рассчитывать в течение ближайших 6 месяцев на работе? Какие характеристики успешные люди вашей компании разделяются? Что вы можете рассказать о креативности и личной силе? Что больше всего вы любите в вашей компании? Здесь мы командной работой. Какие проекты находятся сейчас в стадии разработки? Ваши планы на расширение? Что важного делает высшее руководство, рассматривая мою позицию? То есть, насколько высоко оно ее ценит? Как вы опишете стиль руководства и тип отношений с сотрудниками, которые удачно здесь уживаются? Какие сильные стороны компании и какие слабые по сравнению к рынковым конкурентам? Какие будут мои лидерские ответственности и какие будут показатели оценки качества моей работы? Есть ли у вас планы на расширение в следующем году? Будет ли повышаться зарплата согласно уровню инфляции, либо в качестве премии за выполнение работы на должном соответствующем уровне? Ваша компания поощряет дальнейшее образование? Вы предлагаете гибкий рабочий график? Это новая позиция, либо я буду кого-то заменять? Какой наибольший вызов был сейчас поставлен перед вашим персоналом? Могу ли я поговорить с той персоной, которая занимала эту вакансию передо мной? А вы предпочитаете трудоустраивать людей изнутри компании, либо снаружи? Большая ли текучка кадров в этой работе? Меня поражает, что Макдональдс — это низкая работа, особенно убирать швабры. Ну это же вообще, выпускники вузов работают в Макдональдсе. Так в Макдональдсе за 3 месяца обновляется персонал. То есть текучка прямо зашкаливающая. Дополнительно вопросы интервью. Это та область, где я думаю, интересы мои и ценности совпадают с организационными. А это чувствуется, что наши интересы совпадают в нескольких местах. А какой вы считаете наибольший вызов стоит перед вашим персоналом сейчас? Как вы опишете стиль руководства компании? Я интересуюсь, у вас планы на расширение есть? А мой вопрос вам. Вы хотите наконец-то выучить английский? Вам нужен неординарный преподаватель, который может найти подход? Я могу найти подход. То есть у меня нет истерик, и у меня нет такой проблемы, как незнание. Я знаю абсолютно все об английском языке, потому что носитель – это золотые слова. Желаю всего наилучшего и goodbye.